Всем привет, дорогие друзья, я очень извиняюсь, что так поздно выходит ролик, я немножко после пуша уснул, сейчас такой проснулся, думаю, блин, ну вроде поздно, но с другой стороны, возможно, кто-то меня ждет и, возможно, кто-то хочет, чтобы я вышел в эфир. Вообще, меня спрашивают, Холдик, а где путь рангов? Пуш пушем, а новый проект уже несколько дней как не выходил. Друзья, немножко реально отложил в сторонку проект, потому что как-то заигрался с этими пушами, а они отбирают очень много времени, сутками сидишь. В общем, путь рангов, поехали посмотрим, что там. Итак, друзья, путь рангов продолжается. На самом деле, здесь ничего не поменялось, здесь все так же 18 персонажей. И давайте поставим, короче, нам получается надо тару поднять. Так, смотрите, тут, боже, сколько они играли, как долго. Так, больше всего трофеев. И получается у нас пройдено 17 рангов. Значит, берем тару, прокачиваем ее. И, наверное, приходите сегодня на стрим, я ее заапаю на 18 ранг. Дальше. Я ее-то заапаю, но надо же новых персонажей выбить, да, чтобы на 19 ранг был, еще что-то. Поэтому, смотрите, мы сейчас купим акцию «Привет, июнь». Обалдеть просто! Просто обалдеть! Тут Сэнди. Оба-на, тут Лего, боже мой. Если я сейчас куплю Лего, то она будет на 19 ранг. Ее можно купить и на 20 ранг. Ну блин, ну тут Сэнди, это самая имбовая Лего, которую можно апнуть на 35 ранг даже. Даже не знаю, что делать. Дорогие подписчики. О, сверхредкий, сейчас мы его выбьем. Короче, сейчас давайте я задоначу гему. 3 дня будет эта длиться акция. Давайте так, кто хочет бесплатно получить от меня Сэнди? Я могу разыграть несколько или одну, хотя бы, не знаю, 400 гемов. Короче, поставьте лайк, у кого нету Сэнди, кто хочет бесплатно, чтобы я дал деньги на покупку. Блин, смотрите, со скидкой, 700 гемов стоит оригинальная Сэнди. В общем, запущу конкурс, так как акция заканчивается во вторник. Вот в ближайшие дни запущу конкурс, если этот ролик соберет больше 100 тысяч лайков. Подписывайтесь на инстаграм, розыгрыш будет обязательно только там. Вот, ну и ждите. Если я увижу, что вы хотите, я запускаю конкурс. Сам же я куплю Сэнди тоже спустя некоторое время, потому что, блин, это очень имбовый персонаж. Я ее обязательно куплю на этот аккаунт. Но для начала надо задонить. Поехали донатить. Итак, ребятюлечки, все, балансик пополняется на моем проекте «Путь рангов». Кстати, новички, возможно, я для вас не объяснил, что это за проект такой. Проект заключается в следующем. Я выбиваю нового персонажа. Любой новый персонаж падает мне. И вот какой по счету он выпал, на такой ранг я его апаю. Как вы видите, у меня уже 18 персов, 18 тара. Сейчас какого 19 я выбью, такой на 19 ранг. И так мне интересно, кто же будет 30-м. Как вы поняли, Сэнди уже не будет 30-й. Ну и ладно, я ее уже апал на 30-й. Короче, смотрите, у меня... сейчас, короче, вот эту акцию покупаю, поехали. Так, ну что ж, ящичек я купил. Дорогие подписчики, пожалуйста, воткните лайкос, поставьте подписку, да. И я вам отвечаю, когда продается персонаж в магазине, его гораздо проще выбить сундуков. Гораздо проще, чем обычно. Ну, я заметил это. И сейчас может выпасть Сэнди. Вот, давайте проверим. Подпишитесь, если не верите. Ну, Сэнди вряд ли выпадет, нет, на самом деле Сэнди вряд ли. Так, окей, значит, что я могу еще позволить себе? Я думаю, что я Гейла сейчас на 19 ранг. Гейла на 19 ранг. И вот прямо сейчас... А кто же тогда на 20... Не, Гейла пока не буду брать. А кто у нас еще сверхредких? Ну, остался Рикошет, поэтому Рикошет на 19 ранг улетает. Это Рикошет, это все, это 19 персонаж, это Рикошет 19 ранг, но у нас еще есть гемасики, и мы сейчас пооткрываем сундуки. Нам бы, может быть, еще одного перса выбить на 20 ранг, 19 на 20. Не, ну все, на стрим у меня есть уже кого апать, да, как минимум 1,5-2 часа посидеть можно. Гейла пока забирать не тороплюсь, давайте сразу прокачаем кого-то. Кого прокачать? Рикошета прокачать? Давайте рикошета прокачаю, окей. И открою вот эти нижние сундуки. А вдруг дропнется кто-то? 6 предметов, плиз, нет. На самом деле уже все, эпики пошли, халява закончилась. Теперь, если что-то выбивать, то это максимально трудно.
Так, и гемасики. Все, окей, я пока... Мне достаточно персов. Если хотите сегодня стрим, приходите. Я буду стримить путь рангов сегодня. Основа пока отдыхает. Итак, ну что ж, давайте хоть скатаем пару каточек. Как же я давно не играл здесь, особенно в ШД. Посмотрим. Я думаю, что мы в трио пойдем. Там быстрее футбик покатаем. Вот. Но есть такие карты в ШД, где мне и в ШД по кайфу покатать. Так, давненько я тут не играл. Значит, Тара у меня 18 ранг, Рикошет 19 ранг, и я думаю, что завтра мы кого-то выбьем на 20 ранг. 20 ранг это 500 кубков уже. Неплохо, ребят, неплохо. И останется еще 10 рангов. Я на самом деле, знаете, что думал? Попробовать этот проект до 35 ранга, да? Ну... Попробовать до 35-го продолжить. Но это было бы очень так интересно. Но я вряд ли смогу. По той причине, что персы, которые останутся у меня, они будут с пути к славе. Я вряд ли апну. То есть тут очень важно подобрать персов. Я 30-й, если можно еще вытащить как-то любого перса, то 35-й я любого перса не вытащу. Это факт. Поэтому... Даже с хорошими тиммейтами, как это любят писать. Поэтому на 35-й, наверное, я... Ну, не знаю, посмотрим, я до 30-го дойду, а там, если лайков много накидаете, то мы запилим продолжение. Иди сюда. Бум, есть. Короче, про Сэнди вы поняли, да? Вы пишите комментарий, хотите вы конкурс или нет, ставите лайк. Если 100 косарей лайков набираем, то значит я разыгрываю Сэнди среди вас. Такс. Окей, 18 ранг, это сколько кубков? 18 ранг, это там получается, сейчас мы чекнем. Так, это 420 кубков. А 19 ранг, это 450 или 480 кубков. Это рикошета мне надо будет апнуть. Ну чё, да, на низких кубках, в принципе, и ШД недолго, по сути, да, получается. Давайте еще каточку. Какая-то быстрая катка была, на шару прям. Так, окей. Поехали. Так что, ребятки, путь рангов продолжается. Завершить этот проект обязательно надо. Неважно, что будет сброс сезона. Хотя он меня никак не коснется. Я даже на 500 никого не поднял. А сбрасывают, когда 550+. Но даже дело не в этом. У меня же не кубки в этом проекте важны. Ого, нифига себе. Класс. Вот это я обожаю маленькие кубки. Смотрите, что происходит. Сдохни. А ранги. Поэтому если сбросится, то ранг то все равно останется, да? Если кубки сбросят. Так, 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 а на кого робот пойдет вот этот? Я не хотел бы на себя его забирать. И робот пошел наверх, да? Я угадал? Блин, офигеть, сейчас 3 банки заберу. Хоп, хоп, хоп. Блин, ну робот на меня. Пойду вот эти 2 банки заберу. Но это сейчас будет супер много банок у меня. Давайте сейчас по максимуму нафармлю. Блин, на самом деле интересно, вот на низких кубках в ШД интересно, реально. Да даже, не, вот, я люблю карты с роботом, хоть и нестабильно здесь играть, но интересно. С роботами мне очень интересно. Но я, скорее всего, буду в футбике, там чик-чик-чик быстренько забил голы, поэтому на стрим залетайте сегодня ко мне. Так, 13 банок, ну что, нафармим по максимуму, попробуем. А, блин, на меня робот пошел. Ну ладно, сколько у Джеки? Она сейчас сама сдохнет, реально. Смотрите, она в дым пошла. Она сейчас умрет без меня. Так, надо отхилиться. Так, 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 так. Я отвечаю, Сэнди сейчас сдохнет от дыма. Так, так, так. Я хочу просто по максимуму нафармить банок. 3300 стыки бью. Так, еще бы нафармить ульт. Ты только не умирай. Ты только не умирай. Тихо. Я сейчас еще пойду робота фарману. Надеюсь, он меня не убьет. Надеюсь, я топ-1 возьму. А то сейчас робот как с Джеки зажмет меня. Так, поскольку я бью... Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Да, блин, не получилось, гад. Поджал меня. Пришлось действовать. В общем, дорогие друзья, приходите на стрим. Ап кубков. Просто... Хорошая атмосфера, посидим, пообщаемся. Каких-то сложных каток не будет, потому что... Ну, если, конечно, будет настроение, может быть, я еще и запушу кого-то. Но
у меня что-то болит голова немного, я, наверное, посплю сегодня. Поэтому приходите, недолго постримим. Попробую сегодня сделать итоги конкурса на рикошет. А помните, просто у меня не получилось, почему-то в прошлый раз не оформлялась вот эта спонсорка на сайте. Вот, сегодня приходите, в любом случае разыграем. Ну и по поводу Сэнди, пишите, если о чем. Сэнди тоже бахнем. В общем, Тара и Рико сегодня на стриме апаем на 19 и 18 ранг. Всех жду. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропустить. Всем спасибо и до встречи. Пока.